Чебоксарах состоялась первая встреча членов Союза кинематографистов Чувашии. Киноклуб прошел в Национальной библиотеке. Мои коллеги узнавали о творческих планах. Союз кинематографистов Чувашии появился совсем недавно, пока он объединил не очень много людей. Но все они известные в мире культуры творческие личности. Среди них Вячеслав Оринов, Алексей Иванов, Владимир Корсаков. На следующий год мы собираемся провести первый всечувашский кинофестиваль. Вот. В работе принимаются работы наших местных кинорежиссеров, проживающих в Чувашской республике, а также представителей чувашской диаспоры Российской Федерации. Так как дело это новое для нас, это впервые проводится, опыта у нас работы нет, мы обращаемся ко всем жителям Чувашской республики, ко всем, кому не безразлична судьба чувашского кино, по мере возможности оказать содействие и помощь данному мероприятию. Хотя «Союз» и «Молодой» планы далеко идущие. Так сейчас кинорежиссер Юрий Спиридонов собирается снимать фильм «Сувар» о том, как зарождался чувашский этнос. Уже проведен кастинг актеров. Сам фильм планируется закончить к 550-летнему юбилею «Чебоксар». Также Союз кинематографистов Чувашии и ЧГУ имени Ульянова подписали соглашение. В его рамках ВУЗ начнет готовить специалистов для работы в киноиндустрии.